Так, продолжаем эпопею с соком, с березовым. Вот сок березовый, мы его доводим до кипения, снимаем пенку, которая образовывается. Вот, пока тут закипает, мы переносимся сюда. Так, у нас тут банки, стерилизовать банки не надо, то есть помыли, в каждую банку кинули по 3 ложки сахара большие, дольку лимона и 1-2 дольки апельсина. И все, как бы, потом дождались, пока сок закипит. Снимайте с огня, заливайте в банки и тут же закручивайте. И все, сок стоит, ну, год. Хотя он год у нас ни разу не стоял, потому что мы его выпивали. Вот. Ну, как-то так, все. Подписывайтесь. Пишите комментарии и так далее. Пока-пока.